Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания. Уважаемые Николай и Оксана, сегодня у вас один из самых светлых и значительных дней. Чувство, которым наполнены ваши сердца, прекрасно. Его невозможно передать словами, но оно и не требует слов. Имя ему – любовь. В ней соединены доброта и нежность, радость и волнение. Благодаря этому чувству вы решили соединить свои сердца и судьбы, создать мир, полный тепла и уюта, обрести то душевное состояние, которое дарит только любовь, и называется семейное счастье. Перед государственной регистрацией брака прошу отметить, является ли ваше желание стать мужем и женой добровольным, взаимным и искренним. Прошу быть вас, Николай. Да. Ваш ответ, Оксана. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта от заключения брака. Прошу вас. Это большое такое, да? Уважаемые супруги, сегодня день рождения вашей семьи. Я от всей души поздравляю вас и вручаю вам ваш семейный документ, свидетельство о заключении брака. Будьте счастливы. Спасибо. Ура! Уважаемые гости, я поздравляю вас с рождением новой семьи и приглашаю поздравить супругов. Прошу вас. Добро пожаловать. Там есть жизнь. Главное колесо. Конечно, будет, но... Готово. По традиции, супруги первыми покидают этот зал. Спасибо.
ребят по секрету сказали, они сказали, будет очень здорово, очень душевно, если все остальные гости выйдут и поддержат их в этом танце, потанцуют тоже рядом. Классная традиция в конце первого танца обнять молодоженов. Давайте сделаем это все вместе!